Вы еще пишете, становитесь... Я выбираю. Можно так. Отомен одумался раз, одумался два, одумался три. Вот впереди. Можно я выстрел? Хибара на мой выстрел. А он же блюдо. Подкачаться надо, надо подкачаться. Блюдо или напиток? Можно говорить о хибар, ты знаешь, что писать. Мороженое какое, с говном или с мочой? Пожалуйста. С мочой, говном или с чем? Можно начать пить эту клетку? Пятую, можно? С шоколадом, окей. Шоколад. Мне нравится. Общий чат, можно я? Откройте эту клетку. Блин, два минуса, то есть два минуса, хибара, ты умираешь. Дол два. Это два минуса. Это между минусом и плюсом. Это я не знаю. Чё, Сергей, можно хэнгэн вышел мой выстрел? Откуда взялся? Пиши блюдо или напиток. Повторяться не советую, я вас убью. Повторяться плохо. Откройте оружейную, оружейную откройте. Самый где я открываю оружейку, там нычка есть. Пониженный запас пелемешек. А как? Вообще супер. Так, всё. Как открыть её-то, ё? Я вообще первый раз на этой серии. Дай меня, дай. Это там должен быть. Ну откройте, алло. Надо. Так, Раш, на мой выстрел. Сергей, я тебе не открою. Мелко. Пацаны, пишем минус. Да ты чё? Долг. Пацаны, уже. Минус. Долг. Ой, блин, чуваки. Твой приговор, знаешь, какой? Какой? Минус, подожди. Пацаны, как? Откройте мне эту клетку, побежай. Подождите, я его сейчас покрашу. Раш голубой. Капитан. Открой мне клетку. Так, Асин на мой выстрел. Откройте мне эту клетку, пиши. Пиши блюдо. Что там? Чего? Я не слышу. Надо подкачаться, надо. Лучше напишу. О, торт с соком. Окей, я с чем торт? С мочой, говном, апельсином.